Всем привет! Это видео об отношениях холостяка Макса Михайлюка и победительницы шоу «Холостяк» Даши Ульяновой, о их новых избранниках. Напоминаю, шоу «Холостяк» 10 сезон закончилось тем, что холостяк выбрал Дашу Ульянову. Но счастье пары длилось недолго. Даша уехала к родителям, холостяка ждала любимая работа, много работы, что неудивительно после 6-месячного перерыва. Короче, влюбленные встретились через 2 недели после шоу. Холостяк решил быть честным и признался Даше, что он занимался этим с другой участницей шоу, с Даной, в финале. Конечно, Даше это не понравилось. Это как секс за день до свадьбы на мальчишнике с бывшей. Даша не простила, а Макс ничего не сделал, чтобы Даша простила. Короче, пара рассталась. На пост-шоу также чудо не произошло. Даша с холостяком не помирились. Это никому не было нужно. Холостяк стал жить своей жизнью, Даша своей. После шоу на Макса обрушилось внимание со стороны девушек. Сеть заполнили сотни фотографий с девушками. Холостяк обнимает девушек, дарит им розы. Прошел слушок, что Михайлюк после шоу с Настей Кириенко, одной из участниц шоу. Но это бред, так как, во-первых, Настя дружит с Дашей. Во-вторых, холостяку Настя не очень, как и Настя он. Поводом для слухов была фотография Насти с парнем, у которого такая же щетина. Смешно. Теперь же Максу приписывают отношения с некой Дашей, с фотографией, которую выложил Григорий Решетников. На этой фотографии Даша, та что блондинка. Даша Ульянова тоже выложила несколько фотографий с парнями. Пользователи соцсетей шутят, что Даша подхватила эстафету от Макса. Парня у Даши пока нет. Дашиных фанатов очень интересует, как родители девушки отнеслись к ситуации. Особенно папа. А Дашин папа сказал, что знал бы, что будет так, то на порог бы не подпустил парня. Но это глупо, так как на тот момент вероятность того, что холостяк вообще-то выберет Дашу, была 1 к 4. А на этом все. Подписывайтесь на канал. До скорого.